Квартиры в новостройках дорожают, покупатели, желая сэкономить, приобретают малогабаритное жилье, студии и однушки. Девелоперы держат руку на пульсе и строят высотки с огромным количеством таких квартир. О том, что будет с этими домами через несколько лет, мало кто задумывается. Отличный вариант для начала самостоятельной жизни. Реклама крохотных квартирок обещает красивую жизнь отдельно от родителей. И вот уже молодой человек, который только-только начал работать, покупает студию, потому что может позволить себе только ее. Родители, желающие отселить выросшего ребенка, дарят ему на окончание вуза, или родитель, уставший жить вместе с детьми и внуками, покупает студию для себя. Предприимчивый инвестор вкладывает деньги в однокомнатные квартиры, их проще сдать в аренду. Словом, целевая аудитория такого жилья весьма разная. Но обычно это или инвесторы, или те, кто сейчас не могут приобрести нормальные квартиры. Конечно, наши люди привыкли ко всему. Несколько поколений в однушке или двушке, увы, знакомы не понаслышке. В СССР многие жили в тесноте и обиде. Десятилетиями стояли в очереди на квартиру, даже детей рожали, чтобы побыстрее получить отдельное жилье. Казалось бы, натерпелись, хватит. Но нет, а потому застройщики возводят их все больше и больше. Если вы аскет и не собираетесь заводиться семьей, пожалуй, такой вариант вам подойдет. Но если вам важны комфорт и спокойствие, очень хорошо подумайте, прежде чем покупать крохотную квартирку в новостройке. Новые и на вид красивые дома, сплошь состоящие из студий, через 5-10 лет станут некрасивыми и неликвидными. И их жильцов можно будет назвать неудачниками, потому что строятся такие проекты, как правило, из дешевых некачественных материалов. Очень быстро осыпаются фасады, и это самое безобидное. Плохие окна и двери, протекающая сантехника, дрянная электропроводка, щели в стенах, отсутствие шумоизоляции – с этим приходится сталкиваться тем, что покупает жилье в Человейниках. Если человек, купивший здесь квартиру в качестве стартовой, остался в ней жить и через 10-15 лет, ему уже все равно, где он живет. Он не смог реализоваться, не смог купить более достойное жилье. Махнул рукой и на себя, и на окружение, в первую очередь на дом. Молодые люди, которые хотят жить отдельно от родителей и устраивать сборище у себя на хате, мигранты-гастарбайтеры, которые могут всей бригадой жить на нескольких квадратных метрах, потому что так дешевле, и вообще квартира им нужна только для ночевки. Или хуже того, квартира сдается посуточно, и отнюдь не для туристов, потому что гости Москвы вряд ли захотят остановиться в неблагополучном районе. Читайте также, арендаторы знают, что живут здесь временно, и не видят смысла бережно относиться к квартире и вообще к дому, это чужое и ненадолго. Убьют и жилье, и подъезды, и лифты. Привет, мыши, тараканы и дурные запахи, неужели кто-то мечтает о таком соседстве? Те же, кто смог уехать из Человейника, купив более адекватную квартиру, сталкиваются с тем, что продать малогабаритное жилье в новом микрорайоне очень трудно. Плотные окна в окна, застройка, нехватка парковочных мест и детских площадок, узкие проезды, отсутствие деревьев, местные не станут покупать, рассчитывать остается только на иногородних. Далее, по накатанной. Из таких высоток сбегают сначала более обеспеченные жители, потом бизнес, из инфраструктуры останутся алкомаркеты, ломбарды и микрозаймы. Нормальный человек ни за что не поедет сюда жить, он скорее купит квартиру на вторичном рынке, но в хорошей локации. Пока мы будем думать такими категориями, застройщики продолжат штамповать Человейники с мелкой нарезкой. Покупая недвижимость, думать нужно не только кошельком, но и головой. Локация, инфраструктура, транспортная доступность, потенциальная ликвидность объекта – все это не менее важно, чем цена. Да, сейчас многие вкладывают деньги в жилье, надеясь сохранить свои накопления. Однако микроквартира в дешевой новостройке в неудачном районе – это не сохранение сбережений, а миллионы на ветер. А вы бы купили крошечную квартиру? Или против засилья арендаторов и мигрантов? Делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки. Читайте у нас полезные статьи, смотрите объективные аэросъемки новостроек с коптера. Подписаться. Подписывайтесь и ставьте лайки.